Оскар Койфман отмечает день рождения. Члену-корреспонденту РАН и президенту химико-технологического университета исполнилось 75 лет. И в этот день первыми его поздравили члены ученого совета ИГХТУ и присвоили почетное звание заслуженного профессора вуза. За выдающийся вклад в подготовку специалистов по новому перспективному направлению, создание и становление кафедр, факультетов, новых перспективных специальностей. Заслуги юбиляра действительно выдающиеся. Он неоднократный лауреат премии президента. На его счету больше 1500 научных работ. Оскар Иосифович воспитал и подготовил целую плеяду ученых, более 40 докторов и кандидатов наук. Он главный редактор 4 журналов и входит в редколлегию нескольких значимых в мире науки изданий. На его счету около 600 статей, свыше 80 патентов и 10 монографий. В родном ИГХТУ он прошел долгий путь от аспиранта до президента. И на будущее Оскар Иосифович ставит новые цели. Я думаю, все-таки осуществить кое-какие свои научные мечты с помощью моих сотрудников и большого коллектива Института макрогетероциклических соединений, у которого в этом году и примерно в это же время тоже юбилей, ему исполнилось 10 лет. Мне бы хотелось, чтобы и у института, и у журнала этот прогресс нарастал стремительными темпами. Имя Оскара Койфмана навсегда вписано в историю Ивановского химико-технологического университета, даже без учета будущих свершений. Оскарович, я вас приглашаю открыть. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.